В Астане в Ледовом дворце «Алау» стартовал второй международный турнир по конькобежному спорту среди ветеранов. Соревнования серии «Мастерс» проводятся среди профессионалов, завершивших карьеру. Среди претендентов на победу бронзовый призер Олимпиады 64 года в Инсбруке Татьяна Сидорова и абсолютный победитель ветеранского чемпионата России Татьяна Михалева и многие другие. Казахстан представляет чемпионы мира в спринтерском многоборье Анжелика Гаврилова и Владимир Костин, являющийся также рекордсменом мира на дистанции 1000 и 1500 метров. Параллельно в Алау проходит юниорский чемпионат Казахстана и Кубок страны по конькобежному спорту. Три турнира собрали рекордное количество участников. Более 150 спортсменов из Казахстана, России и Германии. Сегодня у нас проходят три соревнования параллельно. Это чемпионат Республики Казахстан среди юниоров, на котором будут отобраны сильнейшие 5 юниоров и 5 юниорок, которые будут выступать на чемпионате мира в Базель-Гидепайне, который пройдет 19 февраля. Ну и Кубок Республики Казахстан – это для спортсменов, как проходящий старт, подготовки к Кубкам мира, то есть, ну, как тренировочный старт.